Нарезаем его на маленькие кусочки. Зажигаем плиту, большой огонь, и кладем наше масло и растапливаем его. Нашу муку, паприку и все это перемешиваем. Затем добавляем наше молоко и снижаем до среднего огня. И потихоньку начинаем добавлять наш сыр. Включаем плиту, мешаем. Вот видите, какая у нас получилась консистенция. И вот такой у нас получился соус. Соус надо к начос подавать горячим. Ну что, у нас выпуск подошел к концу. Вот такие у нас получились начос и сырный соус. А давайте их же сейчас попробуем. Это очень вкусно и вообще божественно. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я еще сделаю другой соус.